суд решил. Административно иского заявления Бориса Андреевича к административному ответчику окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа Республика Саха-Якутия, Якутск, одномандатный округ номер 24 удовлетворить. Признать незаконными и отменить постановление окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа Республика Саха-Якутия, Якутск, одномандатный округ номер 24 от 14 августа 2016 года номер 13/12 об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва Бориса Андрея Савича. Возложить на окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа Республика Саха-Якутия, Якутск, одномандатный округ номер 24, обязанность по регистрации Бориса Андрея Савича в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Подпись Илья Сидоровича.